Китайская Tesla NIO показала кроссовер S6. Электрокар обладает запасом хода до 510 км. Стоимость его составляет около 52 тысяч. Китайская компания NIO представила свою вторую серийную модель – электрокроссовер S6. Новинка имеет запас хода до 510 км. Поставки автомобиля стартуют в июне будущего года. Об этом пишет ОТУЭ. Известно, что в настоящее время принимаются заказы на кроссовер. Стоимость его составляет 51,8 тысяч. Компания-производитель позиционирует свою новинку как высокопроизводительный интеллектуальный электрический внедорожник большой дальности. Кроссовер меньше первой модели бренда по своим габаритам, имеет полный привод, а его кузов полностью изготовлен из аэрокосмического алюминия. Силовая установка включает два электромотора, двигатель с постоянными магнитами, ПМ, и асинхронный мотор ИМ. Суммарная отдача базовой версии кроссовера составляет 436 лошадиных сил. До сотни автомобиль разгоняется за 5-6 секунды. Также будет доступна версия Performance, отдача которой будет существенно выше. 544 лошадиных сил, она сможет разгоняться до 100 км в час за 4,7 секунд. Ранее сообщалось, что компания Honda показала свой крупный кроссовер T-Sport с отдачей в 284 лошадиные силы. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.